Пока старшеклассники сдают свой главный в детской жизни экзамен, школьники помладше празднуют конец учебного года. Центр «Семья» устроил для них веселое представление в Комсомольском сквере. А вот и я. Услышала ваш смех и поняла, что мне сюда надо. Меня здесь ждут. Правда, ребята? Клоун-веселушка, враг и забияка, ростовые куклы – все они приняли участие в праздничной программе. Вместе с детьми прыгали в мешках, играли в мяч и проводили веселые конкурсы. Также дети участвовали в мастер-классе по оригами, делали бумажных журавликов, а самые маленькие играли в яркую карусель. Довольны все – и дети, и родители. Можно повеселиться, и можно прийти на какое-то время бесплатно. Всем очень весело, мы уже не первый год участвуем, приходим в этом мероприятии. Ежегодный праздник, посвященный началу летних каникул, это добрая традиция центра «Семья». А вообще занимать и развлекать детей планируют все лето. 1 июня мероприятие запланировано в парке Майданова. Мы открыты для всех. Площадка большая, позволяет охватить огромное количество детей.